Добрый вечер. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Павлик Алексей, капитан команды «Легион». Как вам сегодняшняя игра? Да, игра была со Штутгартом. Знакомый нам соперник по другой лиге. Встречались уже с ним. Как бы уже знакомые. И заранее знали, что и как делать, как комбинировать в игре. Ну, удалось опять выиграть. Поэтому все ошибки учли свои. Ну, может, в конце где-то расслабились, пропустили два мяча. А в целом я игрой доволен и работой своих парней. Ну, как считаете, за счет чего сегодня удалось так? Ну, за счет комбинационных действий, плюс наигранных схем и где-то, может, резкость, порезвее действовали наши парни в атаке. Поэтому такой результат. Окей, спасибо. Сопернику спасибо за игру. Своим ребятам тоже спасибо. И до свидания, до будущих побед. Желаю удачи в дальнейшем. Спасибо.